океан. Здесь трактор ездит, он причесывает все. Штаны задрала, чтобы не намочить. Ну, я платье умудрилась сегодня намочить, поэтому штаны наверняка тоже намочу. Ну ладно, я их больше не одену. У меня там есть еще что-то. Завтра еду в Тель-Авив. Думаю, что одеть. Наверное, опять одену белые брюки. Мне худо. Потому что машина, такси, кондиционер. В принципе, очень легкая, не оденешь холодно. Сейчас лежала, отдыхала на кровати, смотрела на море. У меня прям уровень кровати равен уровню моря из окна. Так классно. Представляете, вот так всегда засыпать и просыпаться, а у тебя море из окна. Заповедники Израиля, которую я купила в заповеднике Мецпе Рамон. Я там купила сувениры верблюдиков, ну, брелки верблюдиков разных. Вот эту книгу на русском языке. На самом деле очень удачно я ее приобрела. Вещь хорошая. Полезная. Там так много написано. Я так хочу объездить. Найду нормального попутчика. Ну, либо я с сестрой поеду, съеду, потому что она тоже загорелась. Не знаю, если они захотят не на море и не в Иерусалим, а туда. Вот, потому что ей понравились мои фотки, а фоток севера у меня нет пока. Но я уверена, что там классно. Потому что там природа красивая, туда надо весной ехать. Ну, или осенью. Осенью уже все. Ну, еще посмотрим, когда-нибудь однажды с кем-нибудь надо, кому я смогу доверять, потому что я поняла, это очень важно. Ну, я всегда это понимала, да. С каждым разом я это понимаю очень много и все больше и больше. Смотрела, там на самом деле ведется какая-то деятельность. Да, там разрыли, и там тракторы есть, вот, что-то копают. Вот, хочу сейчас разглядеть вот отель Колони Бич. Действующий он или нет? Или из-за этой стройки он уже не действует? Водичка до меня пока не доходит, надо, наверное, спуститься. Да, море, кстати, не такое все-таки буйное, как было утром. Утром меня мочило конкретно. А сейчас так слегка лижет. Слегка лижет. Я не может пойти вот да, по завтраку. Пока я намазалась, несмотря на это, все равно плечо у меня обгорело вот тут. Ну, я уж покажу. Thank you.
взять. Поставила в холодильник. Ой, в магазин зашла. Ну ладно, сейчас уже не так жарко, ничего, выдержу. Хотела в сторону гольф-поля. Поле для гольфа. Смотрится, но это другая совсем сторона. Не знаю, по морю или по берегу. Говорят, на Шереметьево у меня говорят, что я делаю что-то не то. А я не понимаю вообще, что они говорят. Но я ничего такого не делаю. Я ничего такого вроде не делаю. Иду себе и все. Ракушечки классные. Цельные. Я помню, в детстве была в лагере на Азовском море. Ну и на Черном тоже была. По-моему, я с Азовского моря принесла огромный мешок ракушек мелких, собирала для мамы. Ну, хотелось что-то привезти с моря ей. В общем, он дома валялся, валялся, мы потом выбросили. Он даже не тащил. Отель. Ну что там, жизнь есть или нет? Вообще, наверное, есть. Потому что, видите, где-то жалюзи закрыты, где-то открыты, где-то окна открыты, балконы. А, вещички даже висят. Значит, он действующий. Сейчас. О. Там какой-то даже у них ресторан или что там. Все понятно. Действующий прямо на берегу. Ну, то есть это самый ближайший из всех отелей. И на отшибе. На самом отшибе он находится. А пляж? Пляж же у них своего. Я не знаю, может, убрали все. Забор, но с балкона я смотрела, туда дальше много пляжей. Просто либо обходить там слева, что неинтересно совершенно, а справа вода. Это, наверное, из-за этих виндсерферов. Я туда не пойду. Уже такого нет ценного, интересного. Мы пришли к тому, что хотели. Посмотрели на этот отель, что он действующий на самом деле. Просто тогда, когда я гуляла вчера, еще свет не горел, потому что не надо было, все были на улице. Ну да, соответственно, я тоже. Все гуляли. Либо доплавывали, либо гуляли, начинали гулять. Все такое. Я просто ходила очень долго. Вода закончилась, да, и обгорела. Так что я удачно ушла передохнуть с
съела мороженое, выпила ликер капучино, разбавленный миндальным молоком. Ничего такое, нормальное сочетание получилось. Я думаю, что ликер и миндальная эссенция тоже добавлена. Он типа Бейлиза, на самом деле, это ликер. Я убедилась еще раз, что ликеры я не люблю, что они сладкие. Коктейли это, извините, алкогольные я пила только в самой-самой юности своей. И уже что-то не хочется. В общем, мой любимый напиток это вино. Оно и полезно, ну, в ограниченном количестве. И приятно. Вот, и не крепко. Ну, конечно, для здоровья тоже. Иногда можно. Вот эти там они плавают. Штаны улетают. Куда-то улетают штаны.